Да.
хочет выйти на лед. Обратите внимание, что котом разделен на две части пока. Той чаще два участников будет на протяжении всего праздника работать три мастер-класса. По проделию мастер-класс на ветке – это дрожь, и мастер-класс на локоть – это будет обувь, кулаку придется. Девочки, кайфами от головы, да, дайте, пожалуйста. Да. Итак. Хочу вам представить наших сказочных персонажей, которые любители зообразника будут нам помогать. Это Тимушка Тиман со своими снежинками сейчас продемонстрирует мастер-класс один детский клиента. Я что вы знаете, что такое мастер-класс. Это мои грузочки, которые Тимушка Тимана сейчас Thank you.
Марина Геннадьевна. Вот она. Тоже сегодня с нами на коньках. Директор спортивно-досугового центра «Виктория» Макаренко Сергей Петрович. И Морозова Татьяна из ряда родителей будет также судить, где вам будет удобно наблюдать за нас с этой стороны или с стороны забора. Хорошо, значит, судьи остаются на катке. За волчатник мы не берем, все хорошо? Да. Между волчатником будут выступать фигуристы. У каждого судьи будут листы оценочные. Нет, у нас не уклеили. Куда мы будем садиться? Итак,
настоящий полет. Всегда вперед и на свет. Лёд и пламя, страсть и слёзы. Дорогие гости, я прошу вас замолчать и пока не заходить. У нас здесь конкурс проходит. Идите лучше к нам принять участие в этом конкурсе. Главное, чтобы не было столкновения. Yeah.
Саидова Шукрона и Потапова Вика. Замечательно. А вам лет сколько? Ой, 9 лет. Молодцы. Категория 9 лет. Итак, поехали на лед. Итак, следующий участник у нас в сольном катании Кристина Анкилова, 11 лет. Анкилова Кристина, 11 лет. Я прошу тебя выйти на лед. Все, вот она в красном костюме. Аиша, а фамилия? Саидова Аиша. Сколько тебе лет? 6, как-то на пальчиках я не хотела сосчитать. Итак, уважаемые жюри, встречаем Аишу. Выходи на лед.
Здравствуйте, у нас. Еще раз фамилию. Улесикова Софья. Сколько тебе лет? 9 лет. Улесикова Софья, 9 лет. Я прошу тебя выйти на лед. Давай, сопровождение Зимушки Зимы. Выходим на лед, не стесняемся. Жила зима в избушке, она снежки садила. Березовой кадушке она сучила пряжу. А ты не каталась еще? Сольно ты каталась? Ну подожди, девочки, очередь, да? Один поедешь или вдвоем поедешь? Одна поедешь. Давай, фамилию, имя. Ну ты была в паре, а теперь говори, как тебя зовут еще? Охлопкова Ульяна. Охлопкова Ульяна. Одна поедет. Лет тебе? 8. Замечательно. Приглашаем Ульяну на лед. А высоким порог синий-синий. Серебро зажало тонкий месяц, хрустальное ведро. Деревьям шубы шила, дарила сады путь. А после спешила, чтоб пустышки отдохнуть. Спасибо большое. Спасибо, браво. Так, следующий у меня вот... Нет, подождите, вы уже были. Вот у меня кто не был? Нет, подожди, мы уже очередь. В порядке очереди. Давай, как тебя зовут? Паша. А фамилия у тебя как, Паш? Тимошин Павел. Сколько тебе лет? Ты поедешь один или с кем-то? А там зимой поедет, да? Так, Павел выезжает на лед. Спасибо большое, Павел, сопровождение зимы был великолепен.
Итак, следующий у нас участник мальчик тоже. Как тебя зовут? Кожанко Роман, да? Кожанко Роман. Сколько тебе лет? 8 лет, Кожанко Роману. Ты сольно едешь? 1. Сольно. Молодец. Итак, давайте музыку. Участие не сольно, не парно. Вот, девочки, давайте. А потом вы, да. Представьтесь, пожалуйста. Хохлова Анастасия, лет? 11 лет. Да, ждем. Хохлова. Смирнова Вероника, тоже 11 лет. Это будет парное катание у нас, да? Не очень долго. У нас все не очень долго. Да? Ну все, ребятки, девчоночки, давайте, поехали. Участники, они у нас были в сольном, теперь хотят парно показать нам класс, да? Кондратенко Алиса. Как же Рита на меня услышит, я так уже охренела, Алиса, не стесняйся. Так, сколько тебе лет, напомню? 9 лет. И Анкилова Кристина, тоже 11 лет. Чего тоже? Да, все, замерзла. 11 лет, да. Девочки, поехали. Заканчивается, а то мы так будем до вечера кататься. Давай, еще раз напоминай. Итак, ты можешь показать микрофон прям по буквам? Красивое фамилия, я не могу выбирать. Так, ты сольно выступаешь, да? Все. Это предпоследний участник, да? Все. Давай.
спасибо. Ну еще, кто у меня еще последний, кто-то просился, где вы? Вы парой будете выступать? Давай. Итак, напоминай свою фамилию. Последняя пара. Потапкова Вика, Потапкова. Правильно? А, Потапова. Потапова, да. Извините. Трио у нас будет. Так, ты? Шувалова, да? Через У. Шувалова. Аня. Да. И возраст какой? 9, да. Так, чуть-чуть отойди, зайка. Иди напоминай о себе еще раз. Саид Вашукрона, тебе тоже 9. Это будет трио 9-леточек. Давайте поддержим девочек, кто может. Хлопать в ладоши. Сфотографироваться с ними, да? Пожелать им всего самого хорошего и зимы. Итак, ребята, мы сейчас уходим на подсчет голосов. Пока волчатник мы отвязываем для того, чтобы вы свободно катались и ожидали награждения. Буквально 5 минуточек мы отлучаемся, а вы катаетесь под веселую музыку. Сами ли вокруг люди?
орден и своей.